Всем доброго времени суток. Дорогие друзья, охотники и любители охотничьих собак. Если вы ищете кинолога и натащик для своего питомца, тогда этот ролик для вас. Этот щенок Дратхара взят на воспитание в возрасте 3,5 месяца. Вы видите, месяц работы по воспитанию. Воспитание. Это фундамент дальнейшей дрессировки и натаски. И без него, ну, никуда. К тому же, это система ежедневной работы, состоящая из 2-3 занятий. Щенок отличный, контактный, с хорошей заинтересованностью. Не каждый раз такие встречаются. Сам себе задумываюсь, что это результат наследственности, медаль заводчику или владелец своевременно позаботился о воспитании своей собачки. Ко мне. Рядом. Хорошо. Лежать. Молодец. Бля! Лежать. Молодец. Сидеть. Сидеть. Лежать. Хорошо. Сидеть, сидеть. Сидеть. Хорошо, дурбец. Бля! Вот Рейка демонстрирует наработанные навыки по послушанию, необходимые для дальнейшей работы в поле. А именно, хождение рядом, ко мне, выдержка, лежать, стоять, сидеть, как голосом, свистком, жестами. Изначально нарабатываемые навыки производятся на площадке в игровой обстановке. Рядом. Вперед! Вперед! Молодец! Хорошо, малыш! Хорошо! Рей-рей-рей-рей! Хорошо, начало хорошо. Обучение к поиску. Собака следит за ведущим, и он для нее волшебник. Куда покажут, там что-то есть, причем искомое. Молодец, ко мне. Ко мне, ко мне. Ко мне. Дай. Дай. Ищи. Ищи, Рейка. Давай, давай, тело, Рейка. Ищи, 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 ищи. Хорошо, хорошо, малыш. Не забывай, что и самому надо включать. Давай, 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 давай. Вперед! Оп! Вперед! Хорошо! Молодец. Ко мне, ко мне. Ко мне, Рейка. Вот так, умничка. Хорошо, не жадничай. Дай. Дай. Хорошо.
Апорт. Молодец, хорошо. Апорт, апорт ко мне. Апортирование. Вы видите, собака в 5 месяцев нет. Отлично апортирует. Дай. Дай. Обалденное дай. Отношение к дичи. Не жуют, не давят. Словом, молочага. Апорт. И ко мне, малыш. Ко мне, апорт, ко мне. Хаба! Сидеть. Сидеть. Все, опутался. Дай. Дай. Все хорошо. Транспортировка в машине тоже без проблем. Приют. Треха. Молодец. Рядом. Я думаю, Рэй получил неплохое воспитание. И теперь осталось натаптывать встречу с дичью. И от количества встреч будет зависеть его работоспособность. И все это еще надо корректировать, как с молодой охотничьей собакой. Ведь ему только 6 месяцев. Натаска на водоплавающую дичь. Апортирование на чистой воде. Хорошо, молодцы. Хорошо, молодец. Молодец, хорошо, хорошо. Ко мне, сидеть. Рядом, рядом. Молодец, сидеть. Женя, ко мне. Апортирование из камыша. Хорошо. Жига, жига. Молодец, Жанек, молодец. Здесь я отвлекаю ретриверов, а сам забрасываю для поиска невидимой битой дичи. Иди ко мне.
Хорошо, хорошо, дай. Дай, молодец, это же я, ну умница, молодец. Идиот такой, радостный. Сиди. Давай, молодец. Хорошо. Все, лежать. Лежать. Все. Место. Вперед. Вот так, хорошо. Хорошо. Управление собакой на поиск невидимой битой дичи. Дичь затяна, поэтому и подача не очень. Хорошо, хорошо. Ко мне. Работаем круглый год. Спасибо за внимание. Ни пуха, ни пера. А вообще, удачи во всем. Хорошо, молодец. Иди ко мне, иди. Ко мне рядом. Молодцы. Хорошо. Давай сюда, ищи, вперед. Хорошо, ищи. Молодец. Вперед. Хорошо. Вперед. Апорт, молодец. Ко мне. Ко мне, малыш. Хорошо. Сидеть.